драться. Mm-hmm. Никто не может драться, получается. Ну да, все боятся стражу, действительно. Можно просто идти на пофиг сдавать пак в такой ситуации, по-моему. Но стража достаточно далеко, то есть если в районе пака, она уже в районе судьи, она уже не будет действовать. И агрится, и поэтому это может сыграть злую шутку. Итак, прожимают у нас глухую оборону, непросимо Элф заходит. Элф заходит, сейчас стягивает в барьер, выходит дашбок. Элф стоит, Мацфир бегает в морфире, Камика агрится. Дашбок просел. Дашбок минус дашбок. Не, дашбок еще живет. Все, минус дашбок. Хорошо, изгон. Кироспортсмен С, изгон отлично расстреливает сбоку. Изгон делает полет ястреба под 7 лимитами. Много дэмэджа. Ну пока, так, минус киберспортсмен, минус дашбок, минус Элф, минус Элф. Кэжу пытается дать, смотри, Кэжу пытается дать, его ассистят! Кэжу живет, еще он жив, он не уязвим. В неуязвимости. Не вращай камеры, пожалуйста, не дергай камеру. Он кастует, минус он кастует, Кэжу не докастил. Флаг стоит. Киберспортсмен, изгон врывается, изгон, по-моему, зря прыгнул, это был, все, уже... это была ошибка, киберспортсмен. И посмотри, как заходит поднимает, сразу. Да не вращай ты камерой! Киберспортсмен G с флагом стоит. И Сака выходит, посмотри, Сака как делает, начинает дамажить, раздамаживать. Откуда он там появился вообще, хорош? Вот это внезапно. Киберспортсмен X киберспортсмен на земле. Еще один киберспортсмен. Вот это киберспортсмен Y еще там был, оказывается. Киберспортсмен D против, подходит. Против флеймбрейка. Флеймбрейк подорвался. Киберспортсмен смотри, еще двое G-G остались. Они стоит с флагом, пытается сдать его. Да, пытается сдать. Вот, пошел каст. Половину касты сейчас пройдет, нужно что-то делать, сбивать касты или что. Действие происходит, и врывается флеймбрейк, каст сбили, киберспортсмен G. Сака, да, умирает киберспортсмен G. Флеймбрейк, Сака еще живы, Сака поднимает флаг, Сака без КБ, киберспортсмен Q убивает Сака. Киберспортсмен Q, остается флеймбрейк и... Ой-ой-ой, это пачка флеймбрейка, о чем мы с тобой говорили? Вот эти ребята, так, попытка сдать флаг от флеймбрейкера. Лошадка, нужно сейчас отагриться, вот нельзя бить судью, нужно знать пак. Да. Нужно знать пак. Что он делает? Каждая секунда на счету, что вот он делает? Это нужно было сдавать неожиданно, этот пак. Да. Киберспортсмены погибли, все, нужно забирать эту победу, он решил отагриться. Дашбок тоже минус. Идти в инвиз отагриться, а не рисковать. Остался ли кто-нибудь? Давай посмотрим, найдем его. Вот что, это что хорошо он... было, вот это было сочно. Это было очень горячо, ты посмотри, какая развернулась ситуация. На последних секундах каст сбивается, и флеймбрейк отагривается, и начинает каст. Пошел. 40%. Врывается киберспортсмен, еще один киберспортсмен остался. Флеймбрейк на земле, встает киберспортсмен. Он без цвета кастует, попытка жить от киберспортсмена, отпрыгивает. Флеймбрейк опять кастует флаг, убегает киберспортсмен на лоу КП. И 100%. Докасти! Победитель турнира, Флеймбрейк. Киберспортсмен тут еще живой, да, уже не важно.